Не готовы к зимнему сезону. В правительстве области состоялось первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при зампреде правительства Валерии Сараеве. Речь шла о ходе подготовки к ликвидации снегопадов на дорогах региона. По словам профильных чиновников, к борьбе со стихией уже готово около 700 единиц снегоуборочной техники. Будет закуплено более 100 тонн песко-соляных смесей. А вот на вопрос Валерия Сараева о том, почему нет договоров на приобретение топлива и дополнительной техники, чиновники ответить не смогли. Почему не нашли время заключить своевременно? Я попрошу на все те вопросы, которые он поставил, дать мне письменное пояснение. Хорошо. И в решении КЧС внести вопросы о неготовности министерства, часть обеспечения техникой, КСМ,